members of the Senate and the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. There comes a time in the affairs of men when they must prepare to defend not their homes alone, but the tenets of faith and humanity. Остров Макин, один только песок и небольшая военная база японцев. Разведотряд Миллера высадился там почти неделю назад. С тех пор от них нет никаких вестей. Ждать мы не будем. Отправляемся туда, хотя, скорее всего, все они уже погибли. Если слухи о японцах правдивы, смерть – лучшее, что ждало их на острове. Думаешь, если ты молчишь, это значит, что ты сильный? Ты не сильный. Ты просто упрямый. Ничего им не говори! Черт побери! Все американцы такие. Убейте обоих! Пошел ты к черту! И самого Цюкунай! Миллер, слава богу, ты в порядке! Они у нас заплатят за все, что сделали! Ублюдки! Хватай винтовку! Наведем шухер! Рольбу! Дай сигнал ударной группе! Мы идем! Пошел! Пошел! Правый фланг! На левый фланг! Миллер, сюда! Одну проблему меньше! Флангами! Не дайте им окружить нас! Говна кусок! Вали этот пулемет!
Да я ни хрена не вижу! Просто стреляй по веревке! Вот, не дай их расчету снова занять его! Отлично! Они направляются сюда! Они приближаются! Отделение поддержки высаживается прямо впереди. Пошли! От этого места у меня мурашки по коже. Тодзи, в этом дерьме как дома. Ушки на макушке. А это еще что за хрень? О, смотри! То ли храм, то ли еще какое-то дерьмо. Дерьмо! Мина-ловушка! Вот позиции! Держаться! Отделение поддержки будет здесь с минуты на минуту. Займите местность, ребята. Дерьмо! Их накрыли! Их прижали к берегу! Японская пехота идет по реке с запада! Стройку! Идет на правом фланге! Пошли! Японцы! Гаси этот прожектор! Хороший выстрел! Пройти через все это быстро и чисто. Вы слышите меня? Быстро и чисто! Будьте настороже. Что за чёрт? Кто убил этих парней? Запросите по радио, не проходил ли здесь перед нами другой отряд. Засада! Вперед, целите! Впереди! Шевелитесь!
Ройбум, заводи грузовик! Миллер, проделай дыру в этой бочке! Мы планируем атаку на остров Пелелиу. Наша задача — захватить аэродром и подорвать систему снабжения противника. Здесь у нас не только старые знакомые, но и новобранцы. Среди знакомых лиц — Миллер, сержант Салливан и я. Нас называют стариками, а ведь каждому из нас нет даже 30. Надо убрать эту штуку!
заградительный огонь, высокоэффективный, Вейка 8-1, азимут 35, дистанция 28, залп. Пошел! Откуда ведется огонь? Пулемет!
Вот готовы поддержать огнем. Укажите расположение цели. Они уже близко! Ройбок, Миллер, хорошая работа. Давайте покончим с этим. Вверх по лестнице. Сбросим их отсюда. Цель принята, огонь на поражение. Цель поражена. Вот они! Есть наведение, уточните цель, прием. Залп по цели. Они направляются сюда! Диллиджент 1-6, внесите поправку. Хорошая работа. Внесите поправки в прицел. Внимание на меня! Возможен ракетный залп. Что дальше, Сарж? Зачистить местность! Ожидать дальнейших приказов от майора. А все остальное когда? Скоро, Полонский, скоро. Нет! Салливан, нет! Держись! Все будет в порядке! Санитара! Всех нас шокировала гибель Салливана. Никто такого не ожидал. До сих пор не верится. Самый крепкий, надежный, отважный морпех из всех. Какая-то доля секунды, и он мертв. Теперь все зависит только от меня. В этой операции я возглавлю этих ребят. Моих братьев. Зенитные орудия на аэродроме Пелелиум открыли огонь по нашим самолетам. Наша задача — захватить этот аэродром. Любой ценой. Наши скоро собираются отправить его тело домой, в Штаты. Я-то думал, что Салливан наверняка поедет домой. Мы позволили себе расслабиться, Полонский. Так, ну и что теперь? Тодзио, зацепились к западу от нас и держатся крепко. Прямая дорога ведет к жерлу японских пушек. Мы обойдем с фланга. Придется попотеть, но ничего, не помрем. Мы объединимся с пятым, когда пройдем через это болото. Оставаться на стороже. Бедняга, его должно быть сняли этим утром. Фюзеляж еще дымится. Поищите выживших. Он весь чем-то опутан. Дерьмо! Гранаты! Уродом надо быть, чтобы минировать убитых. Еще одна чертова засада! Они повсюду! Натяни его! Давай,
Кажется, мы опоздали. Пятерка уже кого-то дерет сзади. Пулеметы в бункерах впереди. Пехота засела прямо перед ними. Рядовой, гранату туда, живо! Все вперед! Пошел, пошел! Захватить ту позицию! Прогони нас! Им разобрали! Держаться вместе! Аэродром за полмили отсюда, к северу! Нашу работу. Так что давайте прибавим шагу, парни, и уроем наконец эти твари. Наверху, на дереве! Дерьмо! Ним подходит подкрепление! Они только нас и поджидали! Окопался в административном здании! Здесь нужна помощь! Без проблем! Все! Японский пулеметчик! А что происходит? Седьмой взвод подходит с севера! Их танки пытаются пробиться к аэродрому! Там просто кошмарная бойня идет! Мартышки тот задержится!
Нас прижало пулеметным огнем, сволочь, со второго этажа! Есть идеи, сержант? Да. Впереди сгоревший грузовик. Миллер, Полонский, за мной. Миллер, заряди винтовочную гранату и вытряхни птичку из гнездышка! Вот тебе! Вражеский пулемет! На втором этаже! Это не так-то просто! Просто не было никогда. Но мы сможем сделать это, Полонский, да? Они перебегают! Они приближаются!
реки! Надо передать Бордону хорошие новости. Эти твари почти нас поимели! Я просто аэродром. Не было на Макине, Полон. Дерьмо! Сержант, аэродром. У нас проблемы! Не на такое способны. Сэр, замечено передвижение подкреплений японцев к северу от аэродрома. Немедленно запросить поддержку с воздуха. Да, сэр, вас понял. Все на позиции. Смотреть в оба. Не расслабляться! Мы должны удержать этот аэродром! К ним подходят подкрепления. Сэр, мы удержали аэродром. Повторяю, аэродром остался в наших руках. Фашистский Рейн – опухоль на теле Европы. Он опустошает ее, подобно чуме. Их беспощадный поход по чужим землям унес жизни многих мужчин, женщин и детей. С гордыней фюрера может сравниться лишь жестокость солдат Рейха. То были страшные дни немецкой осады Сталинграда. Нужна твоя помощь. Делай все, что я говорю. Мы отомстим за эту резню. У меня рука ранена. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня. Бери его.
готов пустить за дорогу. Вон тот мудак в машине, генерал Генрих Амсель. Это ему мы обязаны Сталинградской битве. Это он несет ответственность за хладнокровное убийство мужчин, женщин и детей. И не только здесь, а по всей территории нашей Родины. Вот уже 3 дня я на него охочусь. Вот уже 3 дня он жив только благодаря своей невероятной удаче. Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амсеры поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заряжай винтовку, но огонь пока не открывай. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов? Несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Попомни мое слово, товарищ. Когда-нибудь все изменится. Бои будут вестись на их земле. Страдать будет их народ. Литься будет их кровь. Сюда. Знание повадок твоей жертвы повышает шансы на удачную охоту. Генерал Амсель не изменяет своим привычкам. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Следуй за мной. Выстрел был с того берега. Вон там, в здании со знаменом. Поиграем в кошки. При выстреле будет вспышка. Готов? Давай. Второй этаж, слева! Я его еще раз отвлеку. Приготовься его убрать. Видел его? Он точно знает, где мы. Больше я рисковать не могу. Теперь его поисками займешься ты. Держись в тени. Если он выстрелит, беги. Ты должен сменить позицию.
Военные наверняка слышали выстрелы. Надо спешить. Немецкий патруль. Пусть пройдут. Советские группы! Они нас заметят. Уходим, живо! Ложи! Они пытаются нас выкурить. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Mit dem Flammenwerfer verbrennt diese Russenschweine. Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади он был, но он не погиб. Мы собираемся штурмовать связной пост к северу отсюда. Хорошо, так мы помешаем фрицам вызвать подкрепление. Мы с Дмитрием обеспечим прикрытие сверху. Сигналом будут крики подыхающих немцев. Дим, сюда, по лестнице. Сюда, товарищи. Займите позиции и ожидайте сигнала. Не стрелять. Видишь огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Они отступают! Вперед! Ура! Наши друзья!
Рота! Огонь по ним! Они уже близко! Продолжай просто руки! Прекращай огонь! Прикрывай наших друзей! Попытается сбежать. Живее! Отрежем ему путь к отступлению. Снайперскую позицию с видом на командный пост. Не стрелять! Мы слишком близко к нашей цели, чтобы выдавать свою позицию. Мы ничего не сможем сделать для наших товарищей. Их жертвы будут отмщены. Смерть генерала Анселя — это только начало. Смотри прямо. Здание, украшенное флагами, — это немецкий командный пост. Скоро появится генерал Ансель. Стрельба привлечет его внимание. Вот он! Черт, он не один! Прострели башку его телохранителю! Амсель использует подбитый танк как укрытие! Амсель уходит! Вон там, у горячего грузовика! Чтобы с ним разобраться, надо сначала убрать снайпера! Прячется за орудием! Ха-ха!
легкий стрелок. Нас будут искать, надо уходить. Живее, пока снова не стали палить. Сдохните, мерзкие твари, сдохните! Давай воду, Дима! Это наш последний шанс! Пошел! Stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie, genau wie diese dreckigen Schweine. Was davon? Nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Großes Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen. Was ist das? Дмитрий? Черно, прикончи этих крыс! Ты снова обвел смерть вокруг пальца! Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин! Черно, я не слышу выстрел! Нет необходимости, сержант! Они истекают кровью, им не выжить! В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Поджечь, пшеницу! Они не уйдут! Огонь! Мы должны стрелять им в спину! В спину! Живот! Голову! Куда хотите! Только прикончите! Все изменилось, приятель. Теперь это их территория, их народ и их кровь.
на месте! Покажите им! Танки! Я знаю!
Дмитрий, я смотрю, меткость у тебя до сих пор на высоте. Ты мог бы многому у него научиться, Чернов. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем! Черт, еще один танк! Дмитрий, разберись с ним! Еще! Сержант Резнов, вам, похоже, нравится их убивать. Я видел, как мои друзья умирают передо мной от руки этого паразита. Эти сволочи и не такое заслужили. Дим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Это заслужил. Чернов, а ты нет. Пойдешь пешком. Oh!
находится большая часть острова. Сеть вражеских окопов и артиллерийских позиций покрывает весь этот остров. Вражеские позиции хорошо укреплены. Придется нам замарать руки. Огнемет. Мы их выкинем. Минометы сейчас раздолбают наши танки! Нам надо зачистить эти траншеи и разобраться со всеми минометными окопами! Подготовить огнемет! Ложись! На том холме пулемет! Он косит наших ребят! Поставить дымовую завесу! А то он нас лоскуты порвет! Бросай дымовуху! Сюда! Занять высоту!
На подходе японские войска! Следующий минометный окоп там! Киев! Зенит а-ля комедии! Готово! Остался еще один окоп! Поддержать! Укрытие! За бочки ложись! Будет сделано! Быстрее! Береги! Противник на хребте! Приближается вражеская пехота! Минометы противника нейтрализованы. Танки уже в пути. Танки на подходе! Передай по радио. Мы зачистили позиции минометов. Хорошая работа.
потери дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилили у нас. Миллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Мы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. У Тодзё тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорны эти ублюдки. Готовьтесь к попасть. Прикрывайте друг другу спину. Не попадайтесь. И помните, кто там! Лезьте! Укрывайтесь! Come on!
пока неплохо, морпехи! Двигайтесь вдоль оврага. Следите за деревьями! Держись. Перезаряжаю! Эй, командир! Приближается! Ха-ха!
Вызывай штаб! Черт побери! И скольких морпехов мы потеряли в боях за эту скалу? Уже слишком многих. Сообщи майору Гибсону, артиллерия на позиции полностью уничтожена. Да, сэр. Мы потеряли множество отважных бойцов, но их жертва не была напрасной. Наши танковые части представляют собой такую стальную силу, которая без труда сокрушит фашистские войска. Сегодня мы станем свидетелями падения Зиела, а также всех глупцов, что посмеют встать на нашем пути. Отважные солдаты 3-й ударной армии, товарищи! Сегодня мы прорываем германскую линию обороны! Прорвите железнодорожные станции! Дима, готовь огнемет! Отлично! А теперь внимательно посмотри на тех крыш с шириной. Они сгорят сегодня первыми. Огнемета! Испепели! Фабио!
этаже, в башне, прямо! Thank you.
улыбается нам. Я убил. Когда мы дойдем до Берлина, немцы узнают, что за зверя они разбудили. Среди пуль, крови и смерти я узнал, что мой старый друг еще жив. Дмитрий Петренко! Я видел, как этот человек раз за разом обманывал смерть во время осады Сталинграда. И пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Мы все гордимся им. Красная армия захватила Зиеловские высоты. Путь к Берлину открыт. Каждым днем все глубже мы прорубаемся на территорию врага. С каждым днем их страх и отчаяние усиливаются. Когда мы дойдем до Берлина, им уже негде будет спрятаться. Не будет!
Вот сюда! Шевелитесь, свиньи! Повернитесь к нам лицом, трусы! Дай! Питер! Дикий мунч! Питер! Питер! Здесь отовсюду несет ужасом и безумием. Только безумцы могут надеяться нас победить. Вперед! Продолжайте убивать! Сюда! Наверх! Дмитрий! Хватай дробовик! Будем сражаться на короткой дистанции! Что-нибудь слышите? Нет. Это-то и подозрительно. Всем выйти в чеку. Продолжай в том же духе!
Доброй охоты! Пошли! И в конец! Следуй за мной! Пулемет перекрыл коридор! Смотри, не проведу его! Очистим город от крыс. Дмитрий, ты готов? Просит пощады! Ты не заслуживаешь пощады! А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь! Стой! Он может нам помочь! Помочь? Пусть лучше за нас умрет! Мудак! Это не война, это убийство! Этим и заканчиваются войны, Чернов! Это преступник! Наши снаряды уничтожают город! Заходи! Их врасплох. Посмотрим туда.
Soldaten rücken immer weiter vor. Wir sind vervollständig umzingelt. Unsere Lage ist aussichtslos. Ist das, was den General erklären sollte? Da sollte dem General eigentlich selbst klar sein. Es sei denn, er ist genauso elegant wie der Führer. Kuwaiti! Maschinen jeweils gar nicht marschen! Sowjetische Truppen! Все чисто! Убив меня, ты не спасешься! Мои товарищи не знают пощады! Дыма будет трудно дышать. Почти ничего не вижу. Я задыхаюсь. Жалобы тут не помогут. Просто держись ближе к полу. В Сталинграде нам с ним не раз приходилось пробираться по задымленным помещениям. Ты слышал, чтобы он жаловался? Thank you.
моменту, как война закончится, Берлин превратится в руины. Я хочу все!
Битва на Пелелиу завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Устанавливай связь. Майор Гордон, обнаружен объект. Японское торговое судно без опознавательных знаков. Пункт назначения неизвестен. Вероятно, они поставляют снаряжение противнику на Окинаве. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Подтверждаю. Эти суда – часть вражеской боевой машины. Разрешаю открыть огонь. Конец связи. Вас понял. Лафлин, Лок, по местам. Начинаем наведение на цель. Открыть огонь! Нифига себе! Нет, ты видел этот взрыв? Ответный катер потоплен! Последний круг.
семеро собрались. О, да. Они идут ко дну. Отлично, Лок. Ты спас немало жизней на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, Блуд. Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все критично. Думаю, мы продержимся, если больше не будет сюрпризов с противником. Вот черт! Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Флот был атакован на пути к Окинаве. Они вызывают поддержку с воздуха. Половина кораблей уже идет ко дну. Как минимум один транспорт уже пошел ко дну. Ясно. Лок, задраивай под фюзеляжный люк. Мы спускаемся на воду. Отправляемся за нашими ребятами. Градусов!
Подготовка к взлету. Ладно, помотай нас, насколько сможешь. Ясно. Летаем. Что там у нас? Лок, молодец. Мы спасли четверых. Так, летим домой. Обстановку. Несколько жутких месяцев на Окинаве сделали свое дело. Дух солдат упал. Во всем виноват и дождь, сэр. Танки постоянно застревают. Припасов недостаточно. Мы не можем даже эвакуировать раненых. Так точно, сэр. Вас понял. Я сообщу ребятам. Мы выдвигаемся. Что происходит? Майор Гордон приказал начать еще одну атаку на укрепление за хребтом. Как насчет снабжения? Все будет. Ага. Просто залезь на эту гору, Полонский. У нас там хорошо укрепленный пулеметный дот. Рассредоточиться. Миллер! Вызывай! Убить! Стреляй! Зацелили! Вот так! Огонь!
один готов! Продолжайте! Ему конец! Кислота идет! Рада! Это огонь! Санитар, отсюда! Ой, еще граната! Делать. Мы продолжаем движение, Полонский! Идем дальше! Наши танки выдвигаются. Конвой должен быть недалеко, позади. У нас потери! Минометный огонь! Укрытие! Граната! Назад! Натовский пулемет! Будет сделано! Это наша цель! Черт побери! Крепость! Ройбу! Укрытие! Мы можем обойти с фланга! Тропы на той стороне! Разыскать пулемет! Без проблем! Нужно найти укрытие! Черт! Граната! Давай отсюда! Чтобы увезти его отсюда! Они приближаются! Удар!
Впереди туннель! Хорошая работа, ребят! Конвой майора уже в пути. После этого мы пойдем как по улице. Ты пойдешь вперед! Я знаю, они рядом! Черт побери, шикарно! А теперь давайте выберемся из этой проклятой дыры и окажем помощь нашим раненым. Миллер, сюда! Быстро! Держись, пацан, мы тебя отсюда вытащим. Помогите мне положить его в грузовик. Мы выдвигаемся. Раз, два, три. Ты уходишь? Прорвитесь и займите замок Сюри. У нас скоро патроны кончатся. Снабжение подгонят по воздуху завтра, утром. И как, черт побери, мы тут до завтра продержимся? Дерьмо собачье. Ты это слышал, сержант?
Мы ни гранаты не получим до завтрашнего утра. Основные силы оттянулись на северный хребет. Мыслите позитивно. После этого вас, парни, наверняка дембельнут, и вы сядете на пароходик домой. Так мы и думали после Пелелиума. Что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Но это последний раз, когда нам придется рисковать жизнью. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Как уже было сказано, главные силы отошли на северный хребет. Но я хочу, чтобы каждый здесь был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Пошли! Контейнером! Бегом марш! Внимательно смотрите в траве, на деревьях. Каждый чертовый деревья может засесть маленький тотсик. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой матери. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо! Снайпер! Где они, черт побери? Отдай! Они обладают! Смотри внимательно! Правее! Там, наверху! На деревьях! Снимите их! Парни, приготовиться! Поторопись! Газ! Быстрее! Быстрее! Паучьи ямы! Ищите еще! Мы наступаем! Не Сними его!
это! У меня кончаются патроны! Что найдешь? Если надо, берите оружие противника! Они приближаются! Перед нами!
место! Выдвигаемся! Займите это здание на востоке! Тяни. Целься. Огонь! Миллер, тому пулемету! Зачистить район! Вот они! Сюда!
На лестнице! Я их вижу! Прямо в зрители! Будет сделано! Попал! Японская пехота! Наверх! Сюда! Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Еще один... Райбук! Миллер! Они убили сержанта! Ублюдки убили его! Вы, сукины дети! Держать оборону! Вы, вонючие твари! У них численное преимущество! Горите в аду! Слышите? Вы все будете гореть в аду! Ложись, твою мать, граната! Самолеты заправлены и готовы нанести удар. Не слышал! Вызывай чертовы самолеты! Пусть ублюдков нахрен разнесут! Координаты получены. Граната, уходим! 45 минут. Продолжать огонь! Рома, Дилиджент 1-6, внесите поправки. Повторяю, внесите поправки в прицел. 30 секунд. Координаты цели. Нам нужен удар с воздуха. Координаты получены. Thank you.
Ожидаю координаты цели. Миллер! Вызываю борцвоздуха! Живо! Подтверждаю. Берегись! Еще! 45 секунд. Диллиджент 1-6, внесите поправки. Повторяю, внесите поправки в прицел. 30 секунд. Они приближаются! Давай! Бонзай! 5 секунд. Один! Самолеты заправлены и готовы нанести удар. Подтверждаю. Давай, Миллер, вызови самолеты! Он ранен! 45. Я знаю, они рядом! Цель поражена. Все кончено. Мы сделали это. Все кончено. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Войска Красной Армии окружают Рейхстаг. Здание парламента – последний оплот фашистского рейха. Мы уничтожим на этих улицах каждого, кто посмеет встать на нашем пути. Участие в этой великой битве – огромная честь для любого бойца. Наше знамя над городом станет символом поражения и унижения противника. Возмездие свершится. Все будет хорошо. Слышишь меня? Они затопили свое метро, пытаясь убить нас, Дмитрий. И снова им не повезло. И снова мы обманули смерть. Все будет хорошо. Отдохни пару минут, отдышись. В мирное время косили пшеницу и рожь. Мы кровь очистили. Думаешь, это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Мы в собственной крови. Никто не будет это читать. Если у тебя кишка танка убивать за родину, то по крайней мере покажи, что ты готов умереть за нее. Сержант, займите левый фланг и убивайте каждого гада, который будет сопротивляться. Проверить все здания. Есть, товарищ. Вы все слышали, товарищи? Налево! Еще несколько часов, и Берлин падет. У каждого из нас своя роль. Вешают в деревья.
сторону! Пошел! Десантам придется искать обходной путь. Мы пойдем напрямую. Дать сигналы. Скоро все будет кончено. Сегодня мы славно отомстили врагам. За себя и за родину-мать. В атаку! Нейтрализовать их позицию. Бункеры сильно укреплены. За мной! Мы должны уничтожить элитный бункер, чтобы освободить бункер и техники. Недостаточно уничтожить живую силу противника. Нужно стереть это место с лица земли. Установи заряды. Найти гранатомет. Нужно сделать все для того, чтобы уничтожить ублюдков.
уходим? Вы за этим пришли! Убейте их! Сотрите их в порошок! Путь к нашей великой победе был устлан телами павших. Но это было необходимо. Когда знамя нашей отчизны будет реять над Рейхстагом, весь Берлин узнает, что фашистский рейх окончательно стер с лица земли. Тридцатое апреля 1945 года. Когда Резнов первый раз завел разговор о Дмитрии, он рассказывал о герое, о том, с кого мы должны брать пример. Зверство, которое он называл героизмом, признак не человека, а дикаря. Но я видел героев, других героев. Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний рывок к победе! Сегодня мы сокрушим остатки фашистского рейха. Родина примет нас в свои объятия как героев. Наш народ, наша страна ждет. Это наша кровь. Родина ждет от вас последние услуги. ССФЦ, охраняющие здания, будут биться до последнего вздоха. Сегодня вечером наше знамя будет реять над этим городом. Мы не можем подвести отчизну! Еще больше их впереди! Нам нужно реально отбивать! Помогите панцерстрекам! Здание все еще под обстрелом, нас могут убить! Значит, мы погибнем, сжимая глотку врага! Ваша!
Рядом с ней бесконечно
бери! Прикройте огнем, товарищи! Заряжаю! Вы двое! Открыть двери! Открывай быстрее! Навались! Ее держат с той стороны! Нужна помощь! Все в двери! Без вопросов! Должно быть, крыша уже близко, а мы далеко зашли. Сбросим этих тварей через край. Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Перейдите, санитар... Недолго еще биться кровожадному сердцу фашистской империи. Там, наверху, на балконах. Thank you.
не дать им добраться до знаменосца! Им некуда отступать! Вперед! Расчищайте дорогу для знамени! Дай всем знать, что мы победили! Получится, дружище. У тебя всегда получается. Только ты достоин такой чести. Пока ты жив, нашу армию не сломить. Когда-нибудь все изменится, друг. Родина примет нас в свои объятия как героев. This is solemn. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Thank you.